Без денег оказалась и жительница Екатеринбурга. Только кровных она лишилась внезапно и в один момент на рынке. По словам Александры, покупая продукты, она оставила сумку открытой, чтобы сложить туда товар. Этим и воспользовалась современная Сонька Золотая Ручка. Девушка в черной куртке ловко вытащила 10 тысяч рублей. Позже на видео с камер наблюдения пострадавшая увидела, что воровка действовала не одна, как это было в рубрике «No Comment». Это вот тебе муж, да? Угу. А ты это? Ты это женщина, серая шапка. Ну. Вот это. Посмотрю. Да. Видел?